Здравствуйте, товарищи! С вами Васильич, и сегодня я отвечу на ваши вопросы. Итак, не будем медлить, поехали! Нового Бенди я, разумеется, жду. И да, свое лицо я уже показал давным-давно. Вот оно. Ну а сколько мне лет? Мне... На первые два вопроса я уже ответил. Мужик я достаточно хороший, пускай и есть некоторые недостатки. Ну и хорошее дело я также делаю. В Майнкрафт я играю. А сколько у меня любимых игр? Ну взгляните на данный список. По поводу последнего вопроса, у меня была жена, но, к сожалению, она скоропостижнулась нахрен по вине Анатолия. Стримов, скорее всего, не будет. И да, по поводу твоего следующего вопроса. Что вы взялись? Что вы взялись? Очень важное интервью. Что вы взялись? В первом акте я ловил Лёху. Ну да, так оно и есть. Правда, после их употребления мы выглядим примерно вот так. Я обладаю бесконечным спавном строительных материалов, и да, я не воровал детей. Я их прятал, да и то это были мои дети. Сын на данный момент уехал в Новосибирск, работать в местном научно-исследовательском институте химических удобрений и ядов. А дочь переехала в Новокузнецк. Насчет стримов я уже сказал. У меня также есть место проживания, просто я люблю гоняться за Лехой. Строить дома – это мое увлечение. И еще, злобный австрийский художник уже 75 лет как мертв. В Припяти я никогда не жил. Мою жену никто не убивал. Она сама погибла. Я не сатанист. Я люблю есть китайскую еду в коробочках, однако перестал, так как в мире бушует пандемия, которая как раз пришла из Китая. В нашем городе не работают телевизоры, потому что мэру города по фамилии Колесников абсолютно все равно. В нашем городе не действуют законы физики, потому что здесь однажды произошла диверсия Анатолия. Мне на карантине нормально. Ни хрена себе, а я не знал, что у тебя есть брат. Ну окей, давай дружить. Танцевать я не буду. Людей в нашем городе так не было, они все от голода померли. С Лехой я подружился очень просто. Я нашел его канал на ютубе и тут понеслась. Насчет ответов на вопросы я не знаю. Моим детям в подвале ничего не нужно. Они там сидят ради прикола. Звать меня Васильон Васильич Васильевич. Летом я не планирую делать абсолютно ничего. У меня есть мечта. Я мечтаю свергнуть Колесникова и вернуть былую славу Вороньим ручьям. С Джонни я познакомился, когда воевал во Вьетнаме. Также вместе с Джонни мы прошли Афганистан и обе чеченских кампании. И спасибо тебе, что написал так много вопросов. В реальности меня зовут Васильон Васильич Васильевич. Сзади никого нет. Насчет СЦП и теории не знаю. У меня есть животное, собака. И да, я уже два раза повторил свое имя. Дети и жена у меня есть, я уже говорил. Ну что же, я вроде как ответил на все вопросы. Всем спасибо. С вами был соседушка Васильич. Всем удачи.